Вытащила я эту камбрию, потому что хочу ее пересадить. Вот. И на дне очень прелый запах. И кора такая мягкая, вонючая, короче говоря, прелым. И тут я нашла тоже мох. Значит, корни тут все практически гнилые, они спрелые. Я этот запах ни с чем не перепутаю. Вот только я слышу запах от субстрата, вот такой вот прелого, не знаю, болота. Вот, сразу, конечно, проблемы. Они все мягкие, абсолютно. То есть и по состоянию, почему я за нее принялась в этот же день, я ее не отставляла ни на день, ни на два, ни на три, ни на неделю. Я вижу, что что-то ее беспокоит, что-то не так внутри горшка. Потому что даже не в поливе дело, даже вот цвет листиков и плотность, текстура листиков. То есть она вот такая вот... Не жива, не мертва, скажем так. Ой, как она еще умудряется цвести, я не понимаю. Эти магазины, конечно, цветы. Ну, конечно, муж хотел мне сделать как лучше подарок. Только поменяешь, я же говорю, продавца, место. И все, все, все не так, короче говоря. Ну, то, что я обработаю фитоспорине и просушу, это однозначно. И посажу я ее завтра. Сейчас буду, короче, перебирать эти корешки, думать, что с ними делать. Они все спрелые, они все сгнившие. Не мягкие, вот нажимаешь, он как... Ну, короче, он не водянистый, они не водянистые, но они вот такие вот... Они не живые, короче говоря, все. Вот такие вот дела. Значит, такая картина у меня получилась печальная. Все, что у нас осталось, это одни ниточки. Все. Все не живое. Вот это вот одни трубочки, не живые. Это я поснимала виламен, и остались вот такие вот одни ниточки. Это капец. Вот вам и местные магазинчики. Абсолютно не умеют поливать, абсолютно не умеют. Ну, может быть, поставщик виноват, знаете. Ну, суть не в том. Суть, выживет она или нет. Вот такая горка. Она практически вся без корней. Это все не живое, это все прелое. Посмотрите, все прелое. Здоровые корешки не должны быть беленькими. Беленькими, эластичными, упругими. Ну, их видно. А это все. Ну, ничего. Ничего. Справимся. Что-нибудь придумаем. А что она у меня стоит в вазе. Вазе с водой. То есть там вот так вот чуть-чуть воды. Попа у нее хорошая. Вот эта вот сама морковочка у нее не черная, не гнилая. Но она вся, сейчас я вам ее вытащу, она вся практически без корней. Я ее сегодня обработала, а второй. Вот, посмотрите, что у нас осталось. Одни волосинки. Мне те неживые, тут виламен, мне пришлось его удалить полностью. Вот что у нас осталось. Вот это что осталось, мне кажется, оно тоже отомрет.
Надо будет его убрать.